Геометрическое лото Томик. Это деревянное лото, состоит из 48 фишечек и 6 игровых полей. Вот такого плана карточки. Фишки деревянные, не окрашенные, не лакированные, просто ошкуренное дерево. В принципе, обрезано все ровненько, занос нет. Ошкурено тоже нормально. На каждой фишечке изображены геометрические фигуры. Всего фигурок 8 различных и различных 6 цветов. То есть ни одна фигурка не повторяется. Ну, принцип игры в лото, я думаю, что всем знаком. Но также можно играть и со всеми маленькими детьми. Например, выбрать одно поле какое-то, выбрать 8 фишек, соответствующих этому полю, и как бы дать ребенку просто закрывать соответствующие фигурки. Это для самых маленьких подойдет. Фигурки четкие, ровные. Единственное, что некоторые желтые, видела несколько желтых фигурок, которые не совсем немного бликуют. Не прям такие яркие, как, например, синие, зеленые. Так, в принципе, лото очень удобное. И главное, для малышей фишечки не скользят по полю, то есть ребенок их складывает и не нервничает от того, что они передвигаются, как было бы бумажными.